Дорогие юные читатели, предлагаем вашему вниманию книжную выставку-викторину «Стихи для детей». На выставке представлены книги детских поэтов Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Бориса Захадера, Якова Акима, Елены Благининой, Эммы Машковской, Валентина Берестова, Даниила Хармса, Юны Морец и других поэтов. А сейчас вопрос. В каких поэтических произведениях встречаются предметы, которые вы видите среди книг на нашей выставке? Ответы пишите в комментариях.